Здравствуйте. Сейчас я вам расскажу про так называемые экспандерные коды. Это некая альтернатива кодам форме. Я напомню, что вот коды форме бинарные, они дают на картинке D на N, то есть это самое относительно кодового расстояния K на N, скорость передачи, коды, вот, ну, у которых и D на N, и K на N отделено от нуля. То есть N может быть сколько угодно большое, но вот отношение D на N и K на N отделено от нуля. И вот то, что я расскажу сегодня, тоже будут коды с тем же свойством, но у них будет хуже. То есть вот здесь коды форме, а у кодов, которых я расскажу, у них D на N похуже, там, ну, скажем, вот здесь. Называется это, принято называть, L Low Density Parity Check Codes. Значит, Low Density – коды низкой плотности. Значит, в каком смысле плотность низкая сейчас? Может быть ясно. Значит, интересные эти коды для нас, что они будут основаны на экспандере. То есть то, что мы изучали в прошлом семестре, в прошлом модуле, а более точно двудольные экспандеры, они нам сейчас помогут. Значит, вот что это такое, вот эти LDPC-коды? Значит, это бинарные коды. То есть у них какие-то там N и K и какой-то D будет. А, про вот эти параметры мы позже поговорим. А пока я расскажу, значит, как они строятся. Вот представим себе, что имеется экспандер, у которой в левой доле n вершин. Ну, а сколько в правой доле, это сейчас не важно, ну, скажем, какой-то r малая вершин. Вот элементы левой доли мы будем отождествлять, собственно, с нашими переменными. Значит, множество кодовых слов – это будет множество решений системы уравнений. Ну, то есть мы зададим некую систему уравнений над полем вычета, по-моему, W2, и C будет состоять всех значений, значит, из всех. Так, ну, что ты пишешь? Сказали. Спасибо. Значит, из всех решений этой системы уравнений. Значит, более точно система уравнений будет сдаваться так. Вот элементы левой доли мы будем отождествлять с переменными, их n штук, а элементы правой доли с уравнениями. Значит, если какая-то вершина в правой доле соединена, там, скажем, с вершинами x2, x3, два, три, скажем, 10, то такой вершине соответствует уравнение x2 плюс x3 плюс x10 равно нулю. Значит, переменные у нас пробегают нули единицы, то есть x это нули единица, а сложение по модулю 2. Ну и таким образом вообще с любым графом, у которого в левой доле, двудольным графом, в левой доле n, а в правой неважно сколько вершин,
мы можем связать множество решений вот такой системы уравнений. Значит, система уравнений имеет столько уравнений, сколько вершин правой доли. И значит, одно уравнение, оно имеет такой вид. Значит, V, давайте обозначим вершину правой доли, произвольно. R. И уравнение, соответствующее V, значит, оно говорит, что сумма всех x равна нулю, где пробегает соседи V. Значит, и это сосед V. Сосед V маленького. Ну вот, что можно сказать про параметры этого кода. Значит, n – это вот это произвольное. Теперь k – размерность кода. K, очевидно, тут будет не меньше, чем n минус количество уравнений, то есть мощность r. Ну, n минус r маленькая будет означать мощность r маленькая. Ну, ясно, что если какие-то уравнения там линейно зависимы, то можно их просто выбросить, уменьшив r маленькое, и считать, что здесь равенство. Но мы этого не будем делать. Для нас, на самом деле, чем больше этих самых, чем больше размерность, тем лучше. Пусть они даже будут зависимы. Вот. Но важно, естественно, для нас, чему равно d. И это зависит от того, какой граф мы взяли. И важно еще, сколько будет это самое. Сколько времени будет работать алгоритм исправления, декодирования с исправлением ошибки. Так вот, чтобы и то, и другое было приемлемо, оказывается, достаточно, чтобы этот граф был достаточно хорошим экспандером. И вообще сама идея очень старая, что вот можно рассматривать граф и связывать значит, свойства полученного кода со свойствами графа. Ну вот сами экспандеры появились не так давно, в 90-х годах только. И вот когда появились экспандеры, к этой идее вернулись еще раз, возникла статья, значит, Сипсера и Спилмана, которые они вот доказывают то, о чем я сейчас расскажу. А вообще вот идея это Галлахер, кажется, еще 60-х годов. Теперь, что значит low density? Это значит, что каждая переменная входит в малое количество уравнений, то есть степень графа небольшая. Вот как раз, когда мы строим экспандеры, у нас мы заботимся о том, чтобы степень была небольшая. Хотя на самом деле на свойства кода, для свойств кода это не важно, какая там будет степень, большая или небольшая. Вот. А что важно, я сейчас скажу. Значит, теперь, значит, я напоминаю, что мы называем экспандером. Значит, во-первых, мы будем считать, что степени всех левых вершин одинаковы. Значит, степени всех левых вершин. То есть однородный слева у нас граф. Ну, это как раз то, что мы и называли раньше двудольным экспандером. И давайте, тут у нас вот это d малое, мы раньше обозначали ее степень, чтобы не путать там d большое. Использовать. То, что буквы d мы использовали степень, чтобы не путать вот с этим d. Будем писать d большое. Вот, это первое. А второе, вот свойство расширения. Оно регулируется двумя параметрами. Первое – это какого размера множества здесь расширяются. Давайте это, скажем, через m обозначим. Если любого множества левых вершин, если в нем не больше, чем m вершин, то отсюда следует, что количество соседей гамма от этого множества больше, значит, чем некая единица минус эпсилон умножить на мощность r.
Таким образом, вот свойство расширения задается двумя параметрами m и эпсилон. Чем больше m, чем меньше эпсилон, тем это более сильное свойство. Значит, для того, чтобы получился код с хорошим расстоянием, достаточно, чтобы эпсилон было меньше равно 1/2. Значит, это минимальное требование, которое нам нужно. А чтобы еще и алгоритм был достаточно эффективный, нужно, да, чтобы оно было меньше, чем 1/4. Значит, это нужно для алгоритма. А это нужно для того, чтобы D мы могли оценить снизу. Ну, D – это, значит, минимальное кодовое расстояние. А именно это нужно для того, чтобы D доказать, что D не меньше, ну, даже строго больше, на самом деле, чем вот это M. То есть оказывается, что вот это D будет равно M плюс 1, ну, или больше, если вот это свойство выполнено, когда эпсилон меньше равно 1/2. Ну, более точно, вот не в ту сторону, конечно, стрелка. Вот это влечет вот это. А только если эпсилон меньше 1/4, то и будет хороший алгоритм декодирования с исправлением вот, максимально возможного, ну, то есть m минус m пополам ошибки. Есть ли вопросы пока? Нету. Есть еще вопросы? Ну, давайте начнем с простого. Почему, если эпсилон... Да, мы таким образом мы можем считать, что эпсилон равно 1/4 для конкретности. То есть, иными словами, все множества расширяются там... Да, кстати, я неправильно здесь написал. Здесь нужно не А, а А умножить на Д. Сейчас я объясню, почему. И так у нас и было, когда мы строили, доказывали существование двойных экспандеров. То есть А умножить на D – это вообще максимально возможное количество соседей А. То есть из каждой вершины выходит D ребер, D большой ребер, а тем самым максимально возможно А на D. И свойство экспандерности гарантирует, что вот это мы, значит, половину, ну, если эпсилон равно 1/2, то половину максимально возможного имеем. А если эпсилон меньше 1/4, то даже 75%. Для того, чтобы получить хороший код, нам нужно вот это свойство. Ну, прежде всего, давайте докажем, что вот из наших свойств следует такое... Вот какое свойство. То есть давайте рассмотрим некоторое расширяющееся множество А. Ну, вот как положено расширяется оно. То есть 75, скажем. Ну, то есть соседи половина ДА. И давайте введем понятие такого критического соседа. Ну, или одинокого соседа. Вот одинокий сосед — это такой сосед множества А, который граничит только с одним элементом А. Значит, вот пусть некоторое И есть, а здесь некоторое G. Значит, G – одинокий сосед А. Ну, или критический, но дальше будем. То есть, если удалить это И, то он перестанет быть соседом уже. Если удалите из А. Значит, А – это вот это вот все множество. Значит, если, во-первых, G – это просто сосед, и более того, не существует лишь одно, то есть единственное такое И из А, что и G с одним репроком.
То есть, в принципе, Жи может, конечно, иметь и других соседей, но они все должны быть вне А. А внутри А уже только один сосед. Ну, давайте я какую-нибудь картинку нарисую. Вот пусть, допустим, вот у нас такая картинка. Вот это наша А. А вот это, значит, ну, еще какие-то другие у меня могут быть соседи. Вот. Вот это наша А. А вот это тем самым соседи. Вот они. Раз, два, три. Один, два, три. Так вот, один – это одинокий сосед, два – не одинокий, то есть не критический. У него, потому что два соседа, два. И три тоже одинокие. Вот эти два одинокие. Да, критически. Вот. Так лемма говорит, что если А находится в нужных пределах по мощности, то есть меньше Е, то А имеет больше, чем единица минус 2 эпсилон. Значит, всего оно имеет соседи единица минус эпсилон ДА по условию, по свойству расширения. Так вот, если то вот утверждается, что оно имеет вот столько критических соседей. И если эпсилон не превосходит 1/2, то это значит, означает, что хотя бы одного критического соседа оно должно иметь. Вот для оценки на нижнее, для нижней оценки на ДА, на минимальный код вырастания, достаточно, чтобы эпсилон был меньше, чем 1/2, ну и конкретно нам достаточно, чтобы каждое небольшое множество имеет хотя бы одного критического соседа. Значит, ну, это очень просто доказывается. Вот смотрите. Всего мы знаем, что соседи не больше, чем D умножить на A. Потому что каждая из... это всегда так в D-регулярном графе. Значит, каждая из A вершин имеет не более D соседей. Значит, всего это не больше, чем D на A. Теперь, дальше мы можем рассуждать так. Если какой-то сосед не критический, то есть не одинокий, хотя бы один, то тогда это неравенство уже обязательно должно быть строгим. Потому что вот это неравенство будет обратиться в равенство, если все эти соседи будут разные. У всех этих вершин, которых модуль H тут, все соседи разные. Каждый некритический сосед уменьшает вот гамма от А до единицу. Вот. Таким образом, из того, что нам известно, нам еще известно, что гамма от А больше, чем единица минус эпсилон на ДА. Из этого следует, что критических соседей меньше, чем эпсилон на ДА. Ну, еще раз повторяю, каждый критический сосед уменьшает гамму от А на единицу по сравнению с максимально возможным ДА. Поэтому мы можем написать верхнюю оценку, что гамма от А не превосходит ДА минус количество критических соседей. Значит, если, несмотря на это, оно больше, чем единица минус эпсилон на ДА, значит, количество критических соседей не больше, чем эпсилон на ДА. Так, понятно это?
что всего критических соседей мало. Анастасия, понятно это? В общем, да, я вроде же наоборот, не критический сосед у меня, ну. Ну вот, значит, я, значит, оговорился. Количество некритических соседей маленькое, да? Угу. Да, понятно. Вот, и это я оговорился. Хорошо, что вы исправили. Значит, количество некритических соседей мало. Меньше, чем эпсилон на да. А всего соседей мы знаем, что много. Единица минус эпсилон да. Значит, если вычесть из них все некритические, то получится больше, чем единица минус 2 эпсилона, да. То есть было единица минус эпсилон, да, всего соседей. Вычли максимальное количество эпсилон, да, не критических, и тем самым критических получится больше, чем вот столько. Ну вот, а так доказывается это левно. Значит, в частности, если эпсилон меньше 1/2, то отсюда следует, что критический сосед есть. Так, теперь сейчас я объясню, чем интересны критические соседи. Если эпсилон меньше 1/2, а меньше m, то а имеет критического соседа, хотя бы одного. Потому что отсюда следует теорема, которую мы хотим доказать сейчас, что для этого кода минимальное кодовое расстояние больше, либо строго больше, чем L. Вот. Значит, почему оно строго больше, чем L? Ну, мы знаем, что код наш линейный, задает систему линейных уравнений. Значит, для того, чтобы доказать, что оно больше, чем L, надо объяснить, что эта система линейных уравнений не имеет решения фермионовского веса M или меньше. То есть не бывает так, что есть не нулевое решение, не тривиальное решение, в котором лишь m, ну или меньше, единичек, остальные нули. Значит, почему таких решений не может быть? Потому что рассмотрим, ну, допустим, такое решение есть. Значит, рассмотрим в качестве нашего а множество тех переменных, которые равны единице. Значит, а – это множество тех и, для которых x равно единице. По условию, значит, а имеет менее, не более, чем m переменных. А, значит, имеется некоторый критический сосед для а. Но критический сосед – это некоторая сумма. У нас соседи – это соответствует сумма. И эта сумма имеет только одну переменную из а, а все остальные вне а. А значит, она равна единице, эта сумма. Потому что в ней складываются все нули и одна единица. Значит, отсюда следует, что а имеет критический сосед. Критический сосед, да? И вот этот сосед, это какая-то сумма икситов, которая равна нулю, это сумма этих икситов, она не нулю равна, как должна быть, а равна единице. А это значит, что наш набор не является решением системы линейных уравнений. Вот уравнение вот это вот, соответствующее вот этому критическому соседу, оно не выполнено из-за того, что там складываются все нули, кроме одной единицы. Вообще говоря, могли бы выйти другие суммы, которые равны единице. Чтобы сумма была равна единице, нужно, чтобы в ней было четное, нечетное количество переменных из а. Но мы пользуемся здесь просто тем, что единица число нечетное. Вот. И раз у нас только одна переменная из а входит в какую-то сумму, то значит эта сумма равна единице. Вот такое простое доказательство.
Так, какой же вопрос? Говорят, что более-менее, да. Хорошо. А это понятно? Вот, то есть теорема. То есть почему кодовое расстояние минимальное больше, чем m? Анастасия, понятно? Да, понятно. Вот. А это первое. Значит, мы поняли, что вот это d, оно будет равно m плюс 1, ну или больше. Про k мы и так знаем, значит, это несложно, что мы имеем еще m минус r. Вот, уже видно, что свойство экспантерности полезно. Но оно еще более полезно, оказывается, если сейчас увидите, как будет работать алгоритм исправления ошибок. Значит, алгоритм исправления ошибок будет замечательно простой. Говорят, что именно поэтому коды LDPC используются на практике, потому что для них алгоритм исправления ошибок значительно проще, чем для кодов формы. Если вы увидите, какой он. Значит, алгоритм исправления. Значит, сколько мы ошибок собираемся исправлять? M пополам. Ну, округленное вниз, естественно. То есть максимально возможное. У нас кодовое расстояние M плюс 1, значит, он позволяет исправить M пополам, округленное вниз ошибок. Вот столько мы будем исправлять. Значит, алгоритм следующий. Значит, входом алгоритма является набор x1, xn, набор битов. Про которое нам известно, что он отличается от некоторого решения системы линейных уравнений, то есть от некого кодового слова, не больше, чем в m пополам позиция. И надо найти, собственно, вот то кодовое слово. Алгоритм, кстати, следующий. Значит, мы вычисляем все контрольные суммы. То есть для каждой правой вершины мы суммируем соответствующие переменные. И смотрим на эти контрольные суммы. Если все контрольные суммы равны нулю, то замечательно, у нас есть кодовое слово, и нам ничего делать не надо. Но если это не так, то есть есть неверная сумма, мы будем называть неверная, которая не равна нулю, тогда мы делаем следующее. Мы просматриваем все биты, вот x1, xn, и пробуем изменить каждый из них. Ищем такой бит, изменение которого уменьшает количество неверных сумм. Здесь полезную картинку такую нарисовать. Вот у нас имеются наши биты. Это левая вершина нашего экспандера. Значит, каждая из них входит в какое-то количество сумм. Теперь какие-то из этих сумм верны, а какие-то нет. То есть какие-то равны нулю, давайте их вот так вот разделим. Вот эти суммы равны нулю, это хорошая сумма, верная. А эти суммы равны единице, это неверная. Изменение этого бита на противоположный, он вот эти все суммы из верных сделает неверными, они станут единичные. Кстати, этот самый наш аккаунт теперь стал бесплатным. Я не знаю, почему вышка экономит в этом месте. И поэтому через 10 минут придется заново мне стартовать конференцию. Нас всех выбросят. Так будьте готовы без всякого объявления. Итак, значит, вот эти суммы испортится. Так, что-то спрашивает. Не могут заплатить. Да, такое возможно. Значит, эти суммы испортятся, а эти исправятся. И вот мы докажем, что в нашем алгоритме всегда есть какая-то переменная, для которого вот этих сумм больше, чем вот этих.
И эту переменную, любую из этих переменных, мы, значит, изменим противоположно, и тем самым уменьшим количество неверных судов. То есть алгоритм в некотором смысле жадный. Мы жадным образом просто уменьшаем количество неверных сумм. И мы доказываем, что это всегда возможно. То есть алгоритм, да, это такой будет цикл. Значит, пока есть неверная сумма. Значит, найти и такое, что изменение иксы уменьшит количество неверных сумм. Значит, количество неверных сумм. Неверных, то есть единичных. И после этого изменить иксы. Ну, и количество неверных сумм уменьшится. Но это как бы интуитивно, это хорошо, потому что мы стремимся найти кодовое слово. Вот, и изменение количества неверных сумм приближает нас к кодовому слову. Если мы вообще доделаем это до конца, ну, оно станет равным нулю. Вот, и мы найдем кодовое слово. Но что нам нужно доказывать? Во-первых, нам нужно доказать, что всякий раз такое есть, но этого мало. То есть надо еще будет доказывать, что полученное кодовое слово правильно. А именно, что мы не слишком отдалились от исходного кодового, исходного x1xl. Дело тут вот в чем. Что когда мы меняем значение какой-то переменной, мы вовсе не уверены, что мы правильно это делаем. Может быть, это значение в правильном кодовом слове, оно и было таким, как есть. Изменив его, мы количество контрольных сумм уменьшили, конечно. Но мы отдалились от исходного x1xl. Если мы удалимся на расстоянии более чем m пополам, то совершенно никакой гарантии у нас нет, что кодовое слово, которое мы нашли, правильно. То есть надо нам ответить на два вопроса. Почему такое и существует? И всегда существует? И тем самым наш алгоритм рано или поздно закончит свою работу, потому что в ходе алгоритма количество неверных сумм все время уменьшается, значит, оно тогда станет равным нулю. И это первый вопрос. А второй вопрос, почему найденное кодовое слово найденное в том смысле, что вот изначально у нас было x1xn, мы меняли их, и какой-то в конце x1xn мы другие получили. Почему они составляют кодовое слово? Почему составленное ими кодовое слово находится на расстоянии не больше, чем m пополам? Не больше, чем m пополам от исходного. Вот исходных x1, x1, исходного x, давайте назовем. Вот. По поводу первого. Значит, давайте для простоты понимания будем считать, что исходное слово... Значит, будем считать просто для определенности, что исходное слово из одних нулей. И вы без труда сможете этот алгоритм, ну, точнее, не алгоритм, а рассуждение модифицировать для общего случая.
будем считать, что исходное кодовое слово, ну, которое было испорчено из одних нулей. Равно 0,0,0,0. Вот. Ну, иными словами, мы можем считать, что количество таких и, иными словами, количество таких и, что x и равно единице, у нас меньше, чем m пополам. То есть мы предполагаем, что в исходном векторе единиц меньше, чем m пополам. Вот. Значит, мы будем следить, ну вот нам нужно ответить на эти два вопроса, точнее доказать, что это ответ положительный на оба вопроса. И для этого мы будем исследовать два, следить за тем, что происходит с двумя множествами. Во-первых, это вот само это множество, так сказать, множество неверных битов, это множество таких и, что x и равно единице. Значит, нам известно, что сначала оно не превосходит m пополам, но дальше оно вообще, мы говорим, может расти, потому что мы можем и портить x, это изменяя их неправильно. То есть мы единицы можем изменять в нули. Вполне наше говорить можно. Вот. Ну, а второе множество, за которым мы будем следить, это просто неверные суммы. Их никак не надо обозначать. Вот. Значит, изначально нам известно, что А не превосходит вообще М пополам даже. Ну, что, несомненно, меньше, чем М. И вот то, что А меньше или равно М, гарантирует нам, что А имеет не меньше, чем единица минус 2 эпсилон, даже строго больше. Не единица минус 2 эпсилон умножить на dA критических соседей. И в нашем алгоритме, как я сказал, мы считаем, что эпсилон уже меньше либо равно 1/4. Напомню, я вот с самого начала сказал, что для алгоритма нужно, чтобы эпсилон не превосходил 1/4. Поэтому, значит, вот если мы сейчас будем использовать это, если эпсилон не превосходит 1/4, то вот это вот сомножитель, он 1/2, ну или меньше, или больше. Значит, тем самым это больше либо равно, чем dA пополам. Вот. Итак, если А, если вот это множество не превосходит А, то А имеет количество критических соседей А больше либо равно, чем dA пополам. Теперь, чем интересны критические соседи? Критические соседи А, они все неверные суммы. Вот. Их больше, чем d на А пополам. Отсюда следует, что хотя бы одно и из А, одна переменная из А, имеет